Я думаю, что ремейки никогда не были, ну, как бы кощунством, да. Правообладатель вправе, да, переделывать, доделывать, делать сиквелы. Это их право, если они имеют право на этот материал. Другое дело, что на сегодняшний день все ремейки, которые были сделаны, все, вот прям все, да, но это такой огромный позор режиссерам, актерам, кто в них принимал участие. По-моему, там Дельвитяров, по-моему, снимал, насколько я сейчас помню, «Азори здесь тихие». Вот. Не знаю, я видел трейлер, ну, вроде так интересно, хорошо, вот. Боюсь делать какие-то прогнозы, но так, оглядываясь назад, понимаю, что все, что было сделано до этого, это была такая абсолютнейшая чушь, за которую просто вот стыдно. Мне кажется, это ущербность немножко наших киношников в том, что они не могут ничего придумать нового и пытаются в старом найти себе славу. Там нет ничего, кроме славы, которую уже разделили те актеры и те режиссеры, которые уже давно ушли из жизни.